субботу вечером в Алаяховском районе сгорел Чакурдахский рыбзавод. Пожарный расчет прибыл на место через 3 минуты после сообщения на пульт 01. Но, к сожалению, здание спасти не удалось. Огонь его уничтожил полностью. В результате пожара обрушился весь второй этаж. Чакурдахский рыбный завод был открыт в 2011 году. Одним из учредителей является Фонд будущих поколений республики. В последние 3 года завод не функционировал, здание было обесточено. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отрабатываются версии, в том числе и поджог. 21 января в 18 часов 52 минуты поступило телефонное сообщение от оператора котельной Ярковой о том, что по улице Советской идет дым Чакурдахского рыбзавода. Площадь пожара 600 квадратных метров. В результате пожара обрушение кровли. На тушение пожара принимали участие 6 единиц пожарной техники, 23 человека. Обстоятельством развития пожара является позднее обнаружение, сообщение 01 и конструктивные особенности самого здания. Само здание обшито профлистом, утеплено полистиролом, поэтому огонь распространялся быстро.